Добрый день, друзья! Сегодня у нас с вами очень интересное видео. Мы разберем рабочий метод заработка до 180 долларов в день в Пуржунете. Для этого не потребуется вложение, для этого не потребуются специальные сложные сервисы и для этого не потребуется длительное обучение. Схема достаточно простая и уже посмотрев это видео многие из вас смогут ее повторить. Прежде чем мы перейдем к схеме, хочу показать вам небольшой пример. Иногда подписчики тренингов пишут о том, что э, скриншоты и описания э, не настоящие. Так вот, э, у нас здесь все по-настоящему. Сейчас мы находимся в партнерском кабинете сервиса Advan. Advan это CPA-сеть. И э, рассмотрим небольшой пример. Вот здесь у нас э, за 7 дней. Сейчас я вам покажу. С 1 по 7 я сделал выборку. С 1 по 7 у нас всего заработано 28 тысяч 100 рублей. Заработок, которым никого нельзя удивить. Но мы сейчас сделаем две небольшие манипуляции. Ну, Во-первых, для того, чтобы показать, что эти данные здесь не поставлены, что они настоящие, мы нажмем вот сюда, на вот эту кнопочку в браузере и обновим страницу. Смотрите за экраном. Вот у меня происходит подгрузка динамическая. Сейчас у нас появится обновленный экран. Вот у нас экран обновляется. И, как мы видим, здесь данные обновились и все точно так же. Это заработок. И кого-то этим заработком не удивить. Но здесь есть нечто удивительное. Итак, этот заработок 28 тысяч рублей мы можем видеть, что здесь уже Адван часть вот этих лидов принял, то есть 200 у нас уже одобрено, и в дальнейшем вся сумма будет одобрена, судя по прошлому опыту. Так вот, здесь есть одна удивительная деталь. Здесь 274 клика, то есть 274 клика превратились в 28 тысяч рублей. Сейчас мы перейдем в калькулятор Яндекса, сделаем несложный расчет, 28 тысяч поделим на 274, мы получим, что в среднем один клик, один клик трафика принес 102 рубля. И это действительно удивительный показатель. Так вот, в любом способе заработка самая главная деталь – это трафик. И если вы можете превратить один клик в сумму в 100 рублей, то вы автоматически можете зарабатывать очень большие суммы денег. Сегодня мы поговорим о том, как зарабатывать в буржунете, как зарабатывать в рунете и как получать действительно эффективный трафик. Трафик, который работает, создается из двух правил, которые я вывел и которые я установил для себя. В том, что это работает, вы убедились. Сейчас я вам скажу эти два правила. Вы можете применять их в разных нишах. Первое правило – это то, что трафик должен отвечать запросам целевой аудитории. Но это не так просто, как кажется на словах. Вы должны четко понимать потребность вашей целевой аудитории, что они хотят. Второе, вторая важная деталь – Хорошая монетизация трафика рождается там, где мы совмещаем несовместимое, где мы берем две, казалось бы, абсолютно разные, далекие друг от друга ниши, находим в них что-то общее и из одной ниши в другую начинает перетекать спрос интереса. Так рождается эффективный трафик, который приносит реальные деньги. А сейчас мы поговорим про простой способ, как скрестить две далекие друг от друга ниши и получать хорошие деньги. Итак, ниша номер один. Это эссе, рефераты, курсовые дипломы на заказ. Их заказывают в Рунете, но спрос на такие материалы в Буржунете просто колоссален. Более того, я думаю, что вы знаете или догадываетесь, что рефераты курсовые в Буржунете оплачиваются в долларах, их заказывают, их регулярно покупают. Но есть и минус. Эта ниша достаточно занята. Конкуренция за одного человека, который хотел бы заказать реферат за 200 или за 100 долларов, очень высокая. И э, продать технически возможно возможно продать какую-то работу на английском языке, но найти человека – это затраты, запустить рекламу – это затраты. И у новичка может просто не хватить опыта работать в такой партнерской программе, хотя платят они более чем достойные и 50, и 60, и 70 процентов с одного заказа. То есть за заказ 500 долларов партнер может получать и 200, и 300 долларов сразу. Но это сложный путь, и мы пойдем другим путем. Это сервис Wordstat Яндекса. Мы видим, что здесь есть сезонное колебание, и я ввел ну, для Рунета запрос, чтобы было проще и понятнее, чтобы не надо было переводить. Мы видим, что спрос, например, на реферат от 100 до 150 тысяч в месяц в тот период, ну, кроме лета, когда у студентов и школьников каникулы. Так вот, в чем здесь суть? Главная суть в том, что... Спрос именно на скачивание реферата, не на покупку, не на заказ платного реферата. 90% тех, кто ищет эту тематику, хотят скачать бесплатно. В Бружунете наблюдается примерно такая же картина. Отличие всего лишь в 4%. Я сверял эти показатели, я проверил, и это действительно работает. Разница всего лишь в 4% в Рунете и в Бружунете. Так вот, большинство людей хочет получить это бесплатно. И этих людей сотни тысяч. Возможно, вы удивитесь, если узнаете, что этих людей в социальных сетях еще больше. Еще больше людей в социальных сетях, на специальных порталах ищут эссе, рефераты, научные статьи и другие материалы, включая различную литературу для скачивания, для подготовки к экзаменам, дипломным работам и различным зачетам. Так вот, мы не будем рекламировать партнерские программы, которые предлагают подобные услуги, которые, в общем-то, хорошо платят. Мы найдем другой способ заработка. Мы попробуем подключить эту нишу к ну, совершенно далекой от нее нише PPA-инсталлов. Это сервисы, которые платят за инсталляцию. Pay-per-install. Итак, сервис номер один сервис зарубежный. И неважно, что скачал человек по вашей ссылке. Скачал он статью, скачал он методичку для подготовки к экзамену, скачал он готовый реферат или эссе, вы получаете, внимание, для буржунета вот такие вот тарифы. United States, это Соединенные Штаты, 1,8 долларов – Соединенное Королевство Великобритании 1,15 долларов, Германия 0,72 доллара, Австралия 0,67. И это действительно высокие тарифы. Для стран СНГ это тарифы тоже достаточно высокие. То есть обычно доход составляет более 10 рублей в переводе с долларов. Если учесть, что эти скачивания можно полностью автоматизировать, люди могут заходить днем, ночью на специальную площадку, скачивать Готовые материалы то этот доход поистине может быть автоматическим. 100 скачиваний, например, по Соединенным Штатам, может принести 180 долларов. Но это не 100 людей. Один человек может скачать не один материал, он может скачать 5, 6, 10 материалов. Мы получаем за одну загрузку. Иногда скачивание с одного IP-адреса могут объединяться в один, но иногда этого не происходит. Иногда за одно скачивание идет начисление каждый раз для новой загрузки. То есть один человек может принести не 1,8 долларов, а, например, 18 долларов. Надо понимать. Так вот, в чем плюс данной модели заработка? Во-первых, конечный потребитель получает свой продукт абсолютно бесплатно. То есть он может бесплатно найти то, что он ищет. И это может быть не только эссе или реферат, или дипломная работа для зарубежного сайта или зарубежного автора. Это может быть любой материал, это может быть книга, это может быть видеоотчет, это может быть PDF-отчет, это может быть презентация. Любой популярный скачиваемый материал человек получает бесплатно, а вы получаете за каждое скачивание ну, до 1,8 доллара. Вот, эта схема работает, скачиваний могут быть сотни и могут быть тысячи. Когда мы понимаем, как работают эти две ниши, в начале видео вы видели, что э, трафик можно вывести на очень высокую продуктивность. Один переход может приносить больше 100 рублей партнерской программе Адван. И э, с этой партнерской программой мы э, в данном материале работать не будем, но мы ознакомимся с зарубежным сервисом, который э, позволяет подключиться э, получать ссылки на необходимые материалы, мы получим базу э, данных материалов, это э, и материалы в Рунете, потому что с ними проще и понятнее работать, и материалы в Буржунете, э, с которых можно больше получать прибыли. Итак, что входит в материалы этого видеоруководства? Здесь 7 видеоуроков. Вы можете перейти по ссылке под этим видео, приобрести 7 видеоуроков. В них первое подробно разобрано, как за несколько минут подключиться к сервису, загрузить первые материалы, получить свои ссылки, разместить их и начать получать доход. Далее мы получим информацию о том, как делать Отдельные площадки без вложений. Площадки, которые будут автоматически привлекать заинтересованную аудиторию, люди будут скачивать нужные материалы, а мы будем получать и считать деньги. Мы настроим аккаунт абсолютно с нуля, свежий аккаунт с нуля и пройдем все вот эти шаги. Далее. Хотя заработок зарубежный и в долларах, площадка, которую мы подобрали, позволяет выводить не только на банковские карты, визу, PayPal, но можно выводить по запросу в течение одного дня и на WebMoney, и на Kiwi, и на Яндекс, и на другие виды платежных систем, с которых обналичить заработок не представляется трудным. Это очень простой способ вывода денег. И мы разберем подробно, как это сделать. Далее, в этих семи видеоуроках, первая часть посвящена полностью русскоязычному сегменту, и хотя э, площадка, э, которая делает PPI, инсталлы и выплаты, она зарубежная, но э, мы знаем, как полностью адаптировать эту систему в Рунете, и это сделать гораздо проще. Во второй части мы рассмотрим полностью зарубежный сегмент, как привлечь зарубежный трафик, как привлечь зарубежные инсталлы и как э, делать скачивание в зарубежном сегменте интернета, получая за это уже более солидный доход. 7 видеоуроков, подробная пошаговая видеоинструкция, по которой вы сможете без труда настроить всю систему, никаких обязательных вложений, то есть вложения не требуется, и вы можете получать хороший достойный доход учитывая то что система требует разовых действий на ее настройку и в дальнейшем небольшого времени, чтобы контролировать процесс и масштабировать, увеличивая доход каждый день. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подпишитесь на наш канал 100секретов.рф. На нем вы найдете Полезные видео, материалы по э, заработку и продвижению в Рунете и в Буржунете. А если вам понравился данный видеообзор и вы хотите приобрести данную полезную методику, то э, переходите по ссылке под этим видео, приобретайте видео руководство. Оно будет доступно только для первых подписчиков нашего канала. Переходите по ссылке, приобретайте руководство и до встречи на страницах наших видеоуроков.